Фарид Харлович, какие-то итоги? Я с большим удовлетворением хочу сказать, что состоялось заседание комитета по актуальным вопросам Конгресса Совета Европы здесь, в Северной Барабанте, где мы рассмотрели очень много вопросов. Утвердили 4 доклада, очень актуальные доклады, очень серьезные. Конечно, ряд вопросов дискуссионных были подняты, вопросы борьбы с насилием, с фанатизмом, который есть в обществе. И мы решили продолжить эту работу по докладам. Что важно, в регионах стран Европы к этим вопросам нет безразличия. Все заинтересованы в поиске разрешения многих проблем, работы с молодежью, занятости молодежи, в условиях экономического кризиса, вопросы насилия, вопросы, связанные с проблемами равенства полномочий, положений женщины и мужчины в обществе. Эти вопросы предмет деятельности нашего комитета, и мы заинтересованы его обсудили. Есть предложения разумные, которые мы постараемся на октябрьской сессии и на бюро, которое будет проходить 29 октября, 22 октября, мы обязательно эти вопросы рассмотрим. Нам очень понравилась ваша страна. Мы хотим поблагодарить за гостеприимство и господина Ван Ден Донка, руководителя этой провинции, и наших коллег Ван Ден Хаута, который гостеприимно принял нас здесь. У вас зелено, у вас красиво. На внешний взгляд проблем у вас почти нет. Желаю вам больших успехов. Спасибо, пожалуйста.